подписать его на канале, конечно, наш просмотр этого видео не забудьте поставить лайк, и, конечно же, нажать на колокольчик. Мы с вами будем проверять страшки по математике в следующем видео на белорусском. Так, сейчас мы проверим Шкляра Ярослава. Вот он тут писал сегодня. Ой, это не Шкляра, это Маша тетрадка. Вот его тетрадка. Так, сразу видно, 10 апреля домашняя работа. Кстати, подписывайтесь на мой канал, он самый лучший, ставьте лайки, поддержите меня лайком и подписком обязательно. Так, и ждите моих новых серий. Так, уже первая ошибка, ее сразу видно. Вот она сразу видно. Так, сразу видно, 100 минус 29 равно 71 правильно, 21 плюс 26 47 правильно, 41 плюс 51 равно 92 правильно, 30, 40, тут он написал 30, а надо было 42, пишем. Он написал, вот видите, он исправил, тут было 38. Тут нам было 2. Видите, вот 2 исправлял. Он такой вот. Думал, видите, исправил. Ужас. Я это зачеркиваю. 62, а не 61. 28. Ну, тут где 61. Чуть-чуть ошибся. 28, правильно. 29, правильно. 48, не 31, даже не близко. Конечно, 48. Тут он исправил. Тогда было 48. Видно, он случайно написал 6. Но мы, конечно, исправляем. Он, наверное, и мы его сами читали. А, подождите. Вот на следующей странице. Хорошо, что я заметила. Мы... А, я уже 4 написала. Ладно, пофигу. Я замажу коллектором. Так, у меня тут он написал домашняя классная работа. Ой, классная работа. Это балл плюс, потому что не все дети пишут. А надо писать дома. И так в всех школах. Поэтому лучше дети пишите дома. Поэтому мы ему ставим 5 с минусом. 5 с минусом. Вот такая вот у него оценочка сегодня. Он себя оценил на шкале. Я согласна, что он посередине. Вот мы его сегодня оценили. Вот, вот так вот плохо он учится. В следующей серии будем оценивать... А, слетел белорусский. Вот здесь тетрадка по белорусскому. Это кого? Миланочки. Вот будем вот это вот оценивать. В следующем видео, сегодня или завтра, я не знаю. Ну, а на сегодня всем пока-пока. С вами была Женяшка Мнашка. Всем пока-пока. Всех люблю и целую. Пока.